В сентябре прошлого года, когда в России была объявлена всеобщая мобилизация, 32-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков пешком пересек границу России. Затем он вылетел в США, где живет по сей день и строит карьеру, осваивая профессию клипмейкера. Музыкант сотрудничает с западными звездами и для этого даже сменил свой ник в соцсетях. По словам Никиты, он очень болезненно относился к тому, что его даже по имени не называли. Для большинства он – внук Пугачевой. Отец Никиты Владимир Пресняков как-то рассказал, бывает до неадекватности. Это такая история, которая случилась с моим сыном Никитой. Его даже по имени никто не называл, вон, внук Пугачевой. Такое отношение всегда расстраивало молодого музыканта, делающего первые шаги в своей карьере. Владимир Пресняков считает своего сына талантливым молодым человеком. Он считает, что Никита имеет право на признание его собственных заслуг. Певец обращает внимание на то, что их с Кристиной Арбакайте общий сын всего добился сам. У него бзик на то, чтобы ему никто не давал денег. Он все сам делает. Ни один раз он не попросил деньги ни у кого, заявил Пресняков в эфире Fame Time TV. Владимир признался, что его самого долго называли зятем Пугачевой, но это его никогда не смущало.